Всем привет! Сейчас вам быстро покажу, как я поливаю орхидеи. Это, кстати, магазинная орхидея, но два бутончика открылись уже дома, поэтому она себя чувствует хорошо. Я ее уже поливала несколько раз. Вот такие у нее корешки. Вполне себе неплохие. Здесь у нее есть какой-то мох. Я ее еще, точнее, даже, наверное, водоросли. Я ее еще не пересаживала, потому что она цветет. И корни у нее еще влажные, зеленые. В принципе, можно, наверное, дождаться, пока они станут белые совсем. Но так как я уезжаю, у меня где-то неделю или даже больше не будет дома, то я полью ее сейчас. В общем, беру воду теплую. По ощущениям, наверное, градусов 37,5, может быть, 38. И просто окунаю туда орхидею. Минут на 5. Пока все это пропитается, пока у нее пропитается кора. И все. Через 5 минут ставим ее обратно на поддон. И где-то на неделю, на две можно про нее уже, про ее полив забывать. Вот такой вот способ полива орхидеи. Всем пока!